вниманию администраторов групп, пользователей социальных сетей. Информационное агентство «Невельские новости» и телеканал «Невельск» являются правообладателями на весь материал, размещаемый на видеохостинге YouTube на канале «Невельск ТВ». Просьба при размещении наших материалов в социальных сетях не скачивать видеоматериалы и потом загружать от своего имени, а размещать прямую ссылку с YouTube. Если нарушения не прекратятся, мы, как правообладатели, вынуждены будем обратиться с жалобой. В результате чего все аккаунты и группы соцсетей, нарушающие авторские права, будут закрыты. Просьба ко всем работать в рамках закона и уважения. Спасибо за понимание.